Привет, ребята! Сегодня у нас 6-й сезон. Начнем с Динамит Белиала. Его фишка в том, что на него надеваются гиры от других БФ. К примеру, вот V-гир, S-гир и F-гир. Мне не хватает только L-гир да Perfect Белиала. Давайте на нем я покажу вам особенность системы Динамит Батл. Можно менять вращение. Верхнее и нижнее. Вот так Белиал будет бить повыше, а если поставить в нижнее, он будет ниже бить. Следующий бей этого сезона — это циклон Рактавор. Особенность циклон Рактавора — это что у него двигаются вставки во время боя. Поэтому Рактавор может отражать атаки противника. Но когда ставишь верхнее вращение, ставки не двигаются. А это Рактавор от Такара Томми, но я вам скажу, что Флейм повторил его почти полностью правильно. Так что если вам нужен Рактавор, и вы не хотите покупать Такара Томми, смело берите Флейм, там почти то же самое. Только вот пимпочка не двигается, а так все то же самое. Следующий бей — это как раз таки из рандом бустера Циклон Рагнариком. Это Ред Циклон Рактавор. У него диск от Белиала и наконечник Райс. Ну, особенность такая же, как у Рактавора. Просто двигаются вставки. Потом вышел Ваниш Фафнир. Ваниш Фафнира резинка особенность. А еще вот эти вот края, которыми он бьет и амортизирует атаку врага. И забирает энергию. Вот такой вот Ваниш Фафнир. Следующий бей выходил — это Багамут. Но особенность Багамута, она одна из самых прикольных. Ведь когда его бить, когда его бьешь, тогда начинают открываться вставки. И он становится идеально круглым и отражает все атаки. Но также я заметил, что вот где-нибудь вот здесь вот, чуть-чуть вот сюда вот, он, если попасть в вставки, он себе понизит взрывоустойчивость, он себе улучшит взрывоустойчивость, и вот эта вот часть диска уйдет обратно на место. Так что вот такой вот Багамут. Следующий бей выходил — это Савиар Валькирия. Особенность Савиар Валькирия — это что в крышке у нее есть пружинка. И этой пружинкой она бьет. Также у нее есть вот эти вот штуки резиновые, они отпадают после долгих боев. И она становится более атакующей. Но это помимо наконечника, который выпрыгивает в бою. Вот такая вот Валькирия. И на этот момент последний набор. Это набор со Спрайзеном. Там шел циклон Белиал. Слой циклон у нас, как обычно, с этими штуками. И Спрайзен. Особенность Спрайзена, что можно менять стороны. Но также на нем есть железо и резинка. Поэтому в Спрайзене очень много особенностей, и он очень прикольный из-за этого. Ну что, давайте их сражать. Но перед тем, как посражать Бэй, я хочу показать вам, что пускатели, вот который шел, вот этот шел в Валькирии, Power штука, и обычный пускатель. Смотрите. Опа! У Валькирии длиннее лента. Да, это помимо того, что он пауэр, у него еще длиннее лента, реально. Смотрите, насколько длиннее лента. То есть валькирийский пускатель все использовать должны, это супер пускатель. То есть если хотите побеждать, используйте именно этот пускатель. Он тоже двухсторонний, все на нем работает. А теперь давайте посражаем волчки. Ну что, давайте сделаем первый бой Валькирия против Фафнера, но это просто рандом битва. Поэтому здесь ничего такого вот, чтобы прям по силе или по врагам мультфильма, не будет. Первый бой. 3, 2, 1. Вперед! Здесь я сильно запустил Валькирию, она прыгнет. Ой, нет, мне кажется, не прыгнет Валькирия в этом раунде. И Фафнер ее выиграет. Но, может быть, Валькирия заляжет на бок и выиграет его.
Это рандом битва, здесь непонятно, кто победит абсолютно. Смотрим. Ваня Швафнер побеждает. Давайте тогда следующий бой. Динамит Белиал против Багамута. Готовы? 3, 2, 1, вперед! Так, смотрим. Белиал не дает Багамуту занять центр. Что же будет? Но Белиал, он очень тяжелый, его сложно выбить с центра. И вообще его выбить невозможно. Смотрим, кто победит. Багамут или Белиал? Оба на Б. Давай. Я за Белиал. Давай, Белиал. Ничья. Тогда давайте следующий бой проведем. Циклон Белиала против Савиар Валькирий. Готовы? 3, 2, 1, вперед! Давай, Патрик, прыгай! Прыгающая Валькирия, без летающий циклон Белиал. Кто же победит? А Валькирия в эту секунду уже прыгнула. Кстати, я думаю, что сегодня она должна эволюционировать. Должна. Давай, эволюционируй, давай. Нет, не эволюционировала в этом бою, но победила. И давайте тогда последний бой. Спрайзен против Рактавора. Сейчас соберу Спрайзена. Кстати, Спрайзен будет в своем классическом режиме. Готовы? 3, 2, 1, вперед! Выбивание с ринга, но Рактавор был раньше. Кому понравилось это видео, ставьте лайки сейчас. Всем пока и до скорых встреч!